Ну что, всем привет! Империя пазлов подъехала, как всегда, шумно, громко. Врываемся. Кстати, здесь, смотрите, костюмерная. Я, наверное, вечером запишу, как раз будет два призыва. Ключик еще наберу один. Немного не добрал. Вот, так что шот смотрите в ближайшее время, сроки. Что у нас дальше? Дальше. Ну, сейчас все соберем. Да ничего, дальше будет сейчас турнир. И потихоньку собираем здесь в пути доблести миссии. Победите на бегах. Алмазы бы поднабрать. Практически тут чуть-чуть осталось. 100 в пути доблести, 200 в пути великанов. 300 алмазов. Шикарно, 2300 будет. Ну, когда-нибудь мы накопим на X10, сделаем жирный призыв. Я думаю, что это войдет в историю, потому что я ни разу так еще много не призывал. Ну, выберем какой-нибудь подходящий, типа ниндзей там, или еще что-нибудь. В общем, где, ну, реально можно что-то выловить. И если там не выпадет пятерка, то я уж не знаю, что и делать. Ладно, хватит болтать, погнали. Разрывать турнир. Оборона Е. Ну, я оборону особо не ставил. Да и некого ставить, на самом деле. Ну, потому что, во-первых, все цвета. Без хилов. Это, кстати, плюс. От хила нет, воскрешений нет. Просто, знаете, бомбим. Как в последний раз. Так что давайте попробуем сейчас. Думаю пока, кого взять. Вивика беспонтовая, в принципе, но она, смотрите, в костюме. Она, в принципе, срезает. Плюс вот этот есть господин Азлар. Кого брать? Хочется с фиолетовыми зайти. Но тут еще вот этот есть господин. Правда, они все медленные. Массовики, но медленные. Ладно, смотрите, просто он всех медленных поставил, кроме Лианы. Поэтому я думаю, что мы зайдем сейчас вот таким вот образом. Возьмем Фиола. Расулу. Кого-нибудь такого надо. Мощненького взять. Бену можно. Они под контроль разобьются, но Бену долго. А мне бы быстро взять всех. Скоростной турнир, поэтому меняем тут 14-9. Здесь 17. Хорошо пойдет. Я думаю, что нормальная такая команда собралась. Моно смысла не вижу здесь брать. 3 плюс 2 тоже. Поэтому вот таким вот составом. Сейчас главное найти по 6 камней везде. И будет счастье. Вот таким вот образом поступаем. Ага, хорошо. Ну, фиолетовый давай. Сейчас Вивика, правда, зарядится. А, подождите, это же нет, это не в костюме Вивика. А, ну тогда вообще халява. Тогда халява. Так, сейчас подумать, кого бы взять. Вот этого, наверное, противный чел. Так, ну мы его чуть-чуть подденем. Заодно 5 желтых. Так, ну желтые его не снесут, поэтому закидываем в пустоту. К
Флаерн, да, готов ударить. В принципе, ударил. Желтые. Давай еще раз зарядим. Да, прогорим немного. Ну да бог с ним. Ладно, играем без хила. Оно и понятно. Так, сейчас сделаем вот сюда. Кстати, если бы он не в укрытии был, она бы его снесла бы. Ну что, добиваем потихоньку. Потихоньку добиваем. Отличный бой. Отличный. Давайте далее. Ого. Вот это уже поинтереснее тут скади. Хорошему красных надо тройку брать. Вот здесь 3 плюс 2 надо будет делать. Зеленых, красных. Синих смысла нет брать. Фиолетовых. Там абакан. В принципе, контратака. Давайте попробуем. Возьмем тогда. Че, будем их контрить тогда по полной? Давайте законтрим всех. Тут есть у меня из чего выбрать. В принципе. Наверное, вот сюда Злара поставим. Птицы. Пойдет. Ну, можно, конечно, поставить Кадилен, но я не хочу. Ну, типа, чтобы уклонялись. Блин, здесь Кадилен на 90-м. Офигеть. Офигеть. Ладно, давайте вот так прокинем. Сейчас красные зарядим своих. Что, зарядили? Нет. Ой-ой-ой-ой-ой. Что же ты делаешь, комбо? Тормози. Эх. Эх. Все-таки ворота, да, стоят? Ворота стоят. Ну, давай попробуем. Можешь не вернуться? Ну, может, кто-нибудь все-таки не уклонится? А, Скади все-таки уклонилась. Ну, я не знаю, Малик, но смысла нет сейчас закидывать. Давайте этот ультанет сейчас. Разобьется. Разбился. Хорошо. Ну, кстати, на этом-то весь план мой состоял. Пока идем ровно. Четко подбираем команды. Давайте далее. О, вот здесь будет интересно. Здесь Урсена стоит сбоку. Кара. Желтую бы взять тройку, да? Ударную желтую тройку. Фиолетовых тоже оставим. Давайте. Там Вивика стоит сбоку. Тройка желтых. Можно кабана взять. Но я, наверное, возьму дивану. Пу-пу-пу-пу-пу. Ну, вот такая у меня, в принципе, сильная команда. Несмотря на то, что она всего 4600. Можно здесь попытаться выжить. Максимально. Давайте так, четверка. Ой-ой-ой. Хорошо. Подтянем, наверное, вот так. Слушайте. Неплохо. Неплохо получилось. Так, кого бы здесь забрать? Наверное, вот эту. Она противная.
Не срезалась, блин. А, я думал, срежется. Все-таки успеет, да, поставить? Зараза. Ладно, она отлетает напрочь. Все, вот так делаем. Да нет, выиграть должны на самом деле. Хотя там Урсена. Надо еще подождать. Вот так, наверное, прокинем. Ага. Ну и все, зашибаем. Урей. А что так слабо? А, у меня порезано здесь. Бяка. А вот бяка. Да, с подрезом, конечно, здесь вообще ни о чем стало. Блин. Вон зараза. Ну ладно, сейчас попробуем. Если она сейчас его завалит. Блин, сколько? 39. Ну ладно. Припасемся. Ну что, можем забирать. Вымученный бой такой. Вообще пипец. Миньоны задолбали. Ну, соблазнительно, конечно, моножелтым пойти. Почему бы нет? Три фиолетовых. Давайте попробуем. Ну, контент. Делаем контент. Лысого и кабана. Поехали. Ну, это моя стандартная команда на войну. Так, желтых нету. Отлично, отлично. Ну, вернее, как. Они есть. Вот здесь, в сторонке. Но. Давай, давай, давай. Неплохо. Жаль, что он поставил на троих здесь комбо. Экономба. Блин, больно. Ай-яй-яй. Без хила же работаем. Ладно, чуть-чуть здесь больно будет. Он в кого он кинет? Сюда. Блин. Печаль. Ну ладно. Печально, что тут скажешь. Урей не затащит уж один. Ну что, первое поражение такое. Довольно-таки интересное. В плане боевки. В принципе, мне понравилось, как желтые смотрелись. Ну, чуть-чуть там не хватило. Разбились об Абубакана. Да, тут все равно. О, вот сюда можно пойти красно-фиолетовыми. В принципе, они даже выгоднее будут смотреться, наверное. Так вот. Так. Давайте сюда. Можно было синюю взять. Зла. Давай нам покажи всю мощь командную. Последний бой на сегодня. Должны затащить. Давайте, держим кулаки. Альбериха забираем. Есть. Два. Если так пробьем, зайдет.
Вроде заходит. Да. Вроде даже что-то сейчас может получиться. Ну что, выиграем здесь? Я думаю, да. Так. Ну что, каков на сегодня у нас расклад? А расклад у нас на сегодня такой, что мы, в принципе, могли отыграть, ну, так скажем, неплохо по общей составляющей. Но пока что не отбили, потому что, блин, динамика плохая. Вот что. Давайте, все.